Всем привет, ребята! Я тут выпала на пару дней, потому что глаза свои лечила. Сейчас еще в процессе. С утра, когда я встаю, я вообще как вампирчик. Сейчас вот каплями всеми накапала, которые врач выписал, которые я сама купила, и побелели. То есть раньше не было. В общем, я уже сходила в магазин и купила еду коту. Сейчас я вам покажу, чем я кормлю своего кокоса. Итак. Значит, кокос тут у меня облизывает курицу. Я им покупаю куриную грудку. Вот, сейчас я вам покажу. Покупаю куриную грудку, режу ее, ложу в миксер, ну, в блендер, и блендерю. Потом разлаживаю на емкости и замораживаю. Значит, замороженное выглядит вот так вот в контейнере. Я добавляю туда воды, чтобы она была пожиже. Потому что он мало пьет воды. И вот так вот выглядит та, которую вот он ест. Небольшими порциями, чтобы она у него всегда была свеженькая. Курицу вымораживаю. И, соответственно, потом кот ее ест. Даю ему, и сухой корм у него всегда лежит в тарелке. Но он его ест только по ночам. А так вот он ест, собственно говоря, постоянно свой белковый корм. Сегодня уже на самом деле прошел длительный день, я уже побыла в магазине, где купила нижнее белье. И думаю, что покажу я вам. Это нижнее белье мне подарили сертификат на день рождения. И вот я сходила в Ханки Моллер и сделала покупочку. А также я из новинок. Я вчера сходила, сделала себе еще один пирсинг вот внутри уха. Он еще, конечно, заживает, там обычная сережка, а потом, когда все заживет через полгода, я туда установлю красивую. Будет блестящая такая. Вот это вот моя последняя. Я периодом меняю сережки. Вообще у меня 9 проколов на обоих ушах. Это еще не предел. Думаю, в последующем я еще что-нибудь сделаю. Я тут микрофончик подсоединила, потому что камера далеко стоит, чтобы было видно. Плюс вот у меня тут, смотрите, кокос сидит. Ну все, он уже спрыгнул. Убежал. Итак, давайте пройдемся по покупочкам. Обычно нижнее белье вообще предпочитаю наши белорусские бренды. Все, кто знает, тот знает. Это такие, как Конте, Серж, Марк Формель не особо люблю, потому что они у них иной раз разлазятся сразу, иной раз нет. Поэтому если из таких, то эти. Такая красивая коробочка с красивой шуршащей упаковочкой. Так, первые трусишки. Кто вам еще трусишки покажет, как мне? Вот такие. Следующие. Я сейчас сразу этикетку уберу, потому что они вот такие. Тут интересненький вырез будет на попе в форме сердца. Так что вот такие. Потом следующие синенькие, обычные. Потом Следующие какие-то такие интересненькие. Вот такие. Затем следующие розовенькие, тоже с такими элементами. Это все размер XS на объем 90. Объем бедер 90. Потом следующие голубенькие, тоже обычные. Голубенькие обычные. И еще одни. А вот такие. Тут тоже интересненькие элементики. Вот. Там была акция. 7 штук. По цене в 100 рублей. Поэтому вот. Распаковочка.
Я как-то вот сидела сейчас думала, я же вам до сих пор не представила своего кокоса. Давайте расскажу, почему я купила такого интересного кота. В первую очередь это у меня порода Devon Rex. Из породы Рекса это, значит, та порода, которая полностью лысые. И вот одна из них, из этих ответвлений, это вот такая вот порода. То есть, если вы заметили, то у него частично есть шерсть, а вот частично ее нет. Почему эта порода? Потому что я аллергик. У меня аллергия, и когда я была последний раз перед покупкой кота у аллерголога, она мне сказала, что если мне завести обычного кота, то вероятность того, что у меня начнется аллергия на шерсть, очень велика. Поэтому, недолго думала я как бы склонялась между двумя породами, то есть совершенно без шерсти и вот, соответственно, вот такие. Эта порода представлена у меня в Беларуси, в Минске, поэтому и они недорогие. Ну, то есть стоимость вот такого котенка была $400. Ну, чтобы вы знали, это абсолютно недорого, потому что если взять какого-нибудь другого, типа там, я не знаю, мейн-кона, они по $1000. А есть там вообще породы, которые ужасно-ужасно дорогие. Вот, поэтому я решила, ну, раз так, то возьмем его. Я на тот момент еще жила на съемной квартире, и на съемную квартиру я вообще кота не хотела покупать. Однако зимой я как раз заключила договор на строительство вот этой квартиры. Ну, и, соответственно, я подумала, ну, раз у нас уже собирается строиться мой дом, а его обещали построить за 8 месяцев. Его, кстати, построили за 8 месяцев, но сдали потом еще через 10, потому что вся инфраструктура, я уже говорила, что это был первый дом вот в этом как бы районе, и в результате не было ничего подведено, ни света, ни воды, там с водой были большие проблемы, поэтому, собственно говоря, так и вышло, что мы прожили почти год на съемной квартире с котом. У нас там был бабушатник, поэтому там он ничего не драл, ничего там не было. Однако, ох, как мы это все пережили. Я его привезла в мае месяце. Ясное дело, что он жил у заводчицы в квартире, где были дети, где было очень много животных. И для него это был такой очень большой стресс. Очень. Я ему купила всяких вкусняшек, всего такого. Однако у животных, я не знаю, у всех или нет, но конкретно у моего, у него активность основная, ну, побегать, погулять, приходилось на ночь, до сих пор это так. Но сейчас мы уже просто с ним немного адаптировались друг к другу, а тогда это было сумасшествие. Он будил меня, он не давал мне спать вообще от слова совсем. И в результате на четвертый день, после того, как вот он у меня, без сна, я сидела на работе, я тогда работала, ну, не из дома, не как-то так, а в офисе. Я сидела на работе, и вот из-за того, что не спишь по ночам, я просто сижу и рыдаю, у меня просто слезы падают абсолютно неконтролируемо. И потом я иду домой, звоню своей маме, говорю, все, мама, я продаю этого кота, он мне спать не дает, невозможно вообще никак жить с этим. И, ну, конечно, она меня успокоила, сказала, что нет, никто никакого кота не будет продавать, ты его купила, значит, это твоя ответственность и все такое. И, в общем, я в интернете читала очень много разных там лайфхаков, как сделать так, чтобы вот животное не будило. Я ему и лапы мочила. Ну, знаете, с пульверизатором мочишь лапы, и тогда он начинает их вылизывать и, соответственно, не бегает. Работала какой-то период времени это. А потом перестала. А потом я начала ему самый такой распространенный, наверное, метод в интернете. Я начала ему из пульверизатора, когда он, ну, так, если он где-то ходит, то пускай ходит. Я купила беруши, и это как бы спасало. А так я ему начала с пульверизатора вот прыскать на него, когда он пытался по мне прыгать. А он бесконечно лез в лицо. Он до сих пор у меня очень любит облизать вот все лицо. Я не знаю, может, у меня вот эта проблема с глазами, которая до сих пор не прошла, тоже из-за этого. Потому что он периодами, я просыпаюсь от того, что мне кот начинает вылизывать там лицо, глаза, губы, вот он очень это любит. И в результате вот так вот мы с ним какое-то время боролись, а потом я его выселила в коридор. То есть на ночь я закрывала спальню, а он у меня спал в коридоре. Это, на самом деле, я сейчас как подумаю, мне становится, блин, как я могла так делать, потому что он так просился.
Он там носился, ясное дело, там по кухне, по коридору, там туалет, ванная все время. А потом, а под утро он таким голосочком просился, чтобы я его впустила. Поэтому сейчас бы я, наверное, его впустила. На тот момент я настолько вот была измождена тем, что он мне не дает спать, что нет. Он у меня спал в коридоре. Возможно, из-за этого, из-за того, что я его заставляла спать в коридоре, он у меня не нежный кот. То есть его невозможно взять вот и погладить, когда он не хочет. А вот хочет он не так уж и часто. Вот только по вечерам иной раз. Или вот как вот бывает на мой день рождения, где он пришел, уселся ко мне на колени, меня прям обнял. И вот, ну вот он такой бывает у меня, не знаю, пару раз в месяц. А все остальное, он у меня очень независимый кот. Правду писали в интернете, что это кот-компаньон. То есть вот он реально составляет компанию. То есть где бы я ни была, кот где-то рядом. То есть он постоянно, я работаю за компьютером, он сидит, либо у меня на стуле сзади, либо вот рядом сидит, я готовлю еду, он рядом со мной сидит. И да, я разрешаю коту абсолютно быть везде. То есть если он хочет на стол, он на столе, если он не хочет, он нет. Ну то есть я, он у меня, как говорится, свободный парень и делает абсолютно, что захочет. У меня нету никаких ограничений. По поводу аллергии, ну, самый распространенный, наверное, будет вопрос о том, что так реально эти коты противоаллергенные или нет. На самом деле не бывает породы котов, которые противоаллергенные. То есть, если у вас уже есть аллергия, то 100% на любого кота, даже если у него шерсти нет, то будет, потому что там аллергия идет не только на шерсть, но на и белок, который они как бы вырабатывают. Поэтому тут нет. Мне с этим гораздо лучше, чем с пушистыми, потому что у меня же основная аллергия на пыль, и он своей шерстью не собирает пыль. А поэтому в этом случае, да, да, это работает. То есть мне с ним гораздо удобнее, и нам вообще удобнее с ним сосуществовать, потому что я там не чихаю как сумасшедшая, если я его взяла на руки. Если любого другую кошку возьму, скорее всего, я буду чихать, потому что они вот когда ходят, они своей шерстью собирают пыль. А на этом все, я уже тут много наговорила, поэтому подписывайтесь на канал, будет еще много всего интересного. А в следующих роликах я как-нибудь расскажу, как я приучила кота путешествовать. То есть он у меня свободно путешествует, ездит в общественных транспортах, любых, на самолетах еще не летал, но рано или поздно полетит, и на поездах отлично. Так что будет в следующих видео. Все, всем спасибо и пока!